А ты не смог на операцию не фоткать? Да, туда одно отделение, поднимите наверх, мы тут вдвоем зам работаем. Соблюдайте охрану труда. В 00:20 поступило сообщение о пожаре на квартирном жилом доме по адресу улицы Чусниц, 175. По прибытию первых пожарных подразделений происходило открытое горение квартиры на 5-м этаже. Люди с верхних окон просили о помощи. Происходило также распространение огня по кровле. С места был объявлен вызов номер 2. Всего было привлечено 14 единиц техники, 65 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. На пожаре спасено 15 человек, эвакуировано 30 человек.